Здравствуйте, в студии Ирина Корчагина. Недавно в Барнауле прошла акция «Материнское тепло солдату», приурочена ко Дню защитника Отечества. В рамках этой акции был организован сбор индивидуальных подарков для участников СВО. И сегодня мы об этом поговорим с Татьяной Викторовной Пономаревой, членом городского совета женщин при главе Барнаула, а также директором лицея номер 52, и с Натальей Геннадьевной Смарыгиной, советником директора по воспитанию лицея номер 73. Татьяна Викторовна, ну, первый вопрос к вам. Акцию «Материнское тепло солдату» проводите уже не первый раз. Когда родилась эта добрая акция и как часто ее проводят? На самом деле, как только президентом было объявлено о начале специальной военной операции, то Союз женщин включился в эту работу. И региональным правлением Союза женщин в Алтайском крае была объявлена акция о том, о которой вы сегодня говорите. И мы с удовольствием и с большой верой в победу включились в эту акцию. И первую акцию мы провели уже в апреле того года, когда началась специальная военная операция. И после этого момента мы не прекращали наши акции. И сегодня мы уже говорим о 17-м гуманитарном конвое, который отправится к ребятам. Каждый раз, конечно, это было волнообразно, потому что, когда была объявлена мобилизация, желающих принять участие в акции было, конечно, в разы больше, но, тем не менее, мы каждый раз отправляем очень большое количество индивидуальных, массовых подарков, вещей, необходимых инструментов, которые так необходимы сегодня ребятам там, где они несут военную службу. А недавно у вас прошел вот сбор с 5 по 13 февраля. Mm-hmm. Расскажите о том, что удалось собрать парням. Ну, на самом деле, сегодня мы говорим о том, что наше материнское тепло связано напрямую с теми теплыми вещами, которые необходимы любому человеку в тех условиях, когда идет зимний период. И поэтому на сегодня мы собираем теплые вещи. Это понимаем прекрасно, что мы давно собирали уже, например, спальные мешки для военнослужащих. И понимаем, что прошло уже много времени, и интуитивно понимаем, что они необходимы, потому что, наверное, уже произошел износ, и решили таким образом вот собрать вот такие вот подарки, так скажем, для наших ребят. Это спальные мешки, это теплые одеяла, это резиновая обувь, например, сапоги, потому что понимаем, что сейчас там распутится. Но особенно мы хотели порадовать бойцов в преддверии 23 февраля и собрали индивидуально 100 подарков, женскими руками упакованные в отдельных пакетах, куда положили сладости, подложили санитарно-гигиенические предметы ухода за собой, положили письма от ребят, самое теплое, что могли передать. И вот такие подарков мы упаковали, 100 штук, и планируем отправить. Это будет только от женсовета. А вот от жителей еще принесли жители очень много подарков. Это и школы, и предприниматели, в общем, и простые граждане, которые приносят свои небольшие пакеты, которые мы также с любовью упаковываем в коробки и отправляем нашим ребятам в зону СВО. Вот об этом хотелось бы подробнее поговорить, Наталья Геннадьевна. Вот я слышала о том, что когда проходит какой-то сбор, это очень мило, когда даже приходят вот бабушки, у которых небольшая пенсия, они что-то приносят. Вот что чаще всего приносят простые жители Алтайского края? Не предприниматели, а самые простые? Знаете, мне кажется, эта акция, она тем самым и уникальна. Название «Материнское тепло солдату». И мы делимся своим теплом, дарим частичку своей души, своего сердца. И, конечно, она объединяет просто целые семьи, целые поколения. Я вот в своем лицее, например, в этой акции у нас мамы шьют балаклавы, бабушки вяжут носки, дети пишут письма, собирают, формируют эти подарки. Это настолько объединяет. Это настолько объединяет даже нас внутри одного учебного заведения. И когда мы отчитываемся, что вот мы собрали за эту только акцию там 13 огромных коробок и их отправили, и гордость просто переполняет за то, насколько мы в едином, скажем так, порыве объединяемся для того, чтобы победа состоялась как можно быстрее. На самом деле бабушки приносят, конечно, разные. Особенно мы вот видим уже на протяжении уже теперь уже ни одного месяца работы, видим о том,
как они с душой вяжут теплые вещи, носки, рукавицы, шапки, шарфы нашим ребятам. Все это упаковывают в небольшие мешочки, пишут туда письма. «Дорогой сынок, мы вас ждем». И мы тоже прошли многое в этой жизни. Все бывает. Обязательно победа будет за нами. И вот эти трогательные материнские письма приносят иконки, отдают. И не обязательно новые иконки. Бывают такие иконки, которые мы понимаем, что они прошли с этим человеком его всю жизнь. И сейчас она готова передать вот этому сыну, который сейчас несет службу, вот именно то, что было с ней намного и охраняло ее много лет. И она хочет, чтобы этого ребенка, которому достанется это солдату, обязательно он вернулся домой. И вот эти вот нежные такие... с душой сделанные подарки от людей преклонного возраста, мы особенно ценим, упаковываем их, всегда хотим, чтобы они достались именно вот ребятам нашим. Вот такая моральная поддержка очень-очень важна. Когда дети пишут эти письма и делают эти открытки, просто их без слез невозможно читать, когда они там пишут: «Дорогой солдат, я с тобой лично не знаком, но я знаю, что ты самый сильный, что ты самый отважный, что я желаю тебе здоровья, я желаю тебе быстрее победить, вернуться домой с победой». И когда это читаешь, они обязательно рисуют там что-то, обязательно рисуют российский флаг, наших солдат, то, как они там одерживают победу. И это, конечно, невероятно. Очень много откликов приходит от ребят из зоны СВО. У нас на самом деле есть и коллеги, которые сейчас находятся там, и выпускники нашего лицея, и родители, отцы, и братья лицеистов. И поэтому мы постоянно на связи, постоянно получаем какие-то отзывы, отклики, и постоянно знаем, что все дошло, что ребята все получили, и что это очень-очень важно, потому что некоторые носят с собой как обереги. Эти письма носят с собой как обереги у сердца. И когда приезжают обратно, они говорят, что вот в самые-самые тяжелые моменты вот именно это письмо или эта открытка, это было то, что помогало не опустить руки и помогало вспомнить, для чего я здесь. Татьяна Викторовна, а сколько вообще дней необходимо, чтобы доставить груз к месту назначения? И происходят ли какие-то логистические сложности? Знаете, ну, так как мы работаем под эгидой и женского движения всесоюзного, да, и мы работаем напрямую в тесном контакте с местными властями, так как мы при главе города Барнаула, нас курирует правительство Алтайского края, то, конечно, логистических трудностей у нас никогда не бывает. Первые грузы вообще уходили конвоем, просто самолетами Минобороны. А сегодняшний конвой — это транспортный конвой. Мы формируем большую машину и отправляем ее. Никогда трудностей не возникало. Ну, где-то, наверное, 5 дней, и груз уже на месте. Как только он приходит в определенную точку, а потом там уже включаются логистические моменты, когда каждый приезжает и забирает свою часть груза. Вообще за всю историю существования вашей акции «Материнское тепло солдату» можно ли вообще посчитать, сколько людей откликнулись, приняли участие в этой акции, что-то принесли? И можно ли вообще посчитать, вот сколько посылок, сколько грузов, сколько это вообще тонн помощи вы отправили туда, на фронт? Ну, все это, конечно, очень примерно, сколько тонн помощи мы уже отправили. Ну, порядка, наверное, 120, более 120 тонн это собрал город Барнаул и отправил. А сколько жителей приняло участие, это, наверное, я не знаю, мне кажется, что, наверное, каждый из нас. Но большая часть города — это точно все те люди, которые не могли безучастно смотреть на то, что кто-то воюет, а кто-то находится здесь. Наталья Геннадьевна, вот как раз про наш алтайский тыл. Как его можно охарактеризовать и насколько сильна поддержка общественников, матерей, жен, детей?
Вы знаете, дело в том, что каждый сбор, он не ограничивается какими-то конкретными там адресными подарками, да, помимо подарков мы собираем еще, мы, например, организовываем, делаем прямо на месте окопные свечи, плетем маскировочные сети, делаем сухие души, и это такой огромный конвейер, который, знаете, занимает целую рекреацию, расставляются столы, и там сидят в одной, за одними столами, там сидят мамы, которые вырезают, передают, да. Дальше. И таким конвейером выполняется большое количество работы, и результат очень радует, потому что в едином порыве мы можем многое, и мне кажется, от каждого из нас зависит то, насколько близка станет нам победа. Мы в едином порыве. Ну, может, мне кажется, что это вообще самое лучшее слово, которое сюда подходит, это сообщество, содружество, единство. Это то, что олицетворяет вот эта акция. И, конечно, вот материнское тепло, мне кажется, гениальное точнее, просто название. Да. Точнее не скажешь. Да. Каждый чувствует себя матерью этого солдата. Неважно, матерью, сестрой, братом, отцом. И каждый чувствует, что они становятся нам родными. И последний вопрос. Вот сейчас зрители посмотрят, захотят тоже как-то помочь. А вот куда? Вот сбор-то закончился вот с 5 по 13, но все равно же продолжается помощь. Куда приносить и что лучше не приносить? То есть есть же какие-то вещи, которые там скоропортящиеся. Ну, да. Там. Вот что приносить и куда приносить, и что не приносить? Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, сейчас будет следующая акция. Она будет, наверное, к 9 мая. И в тот момент, когда мы уже будем отправлять груз, теплые вещи уже будут не нужны. Их приносить будет не нужно, потому что особо хранить их негде. А нужно приносить то, что по сезону. А это любые вещи, это всегда нужны носки, нательное белье, футболки, нижнее белье. Это средства ухода за собой, санитарно-гигиенические средства. Это самые простые обезболивающие средства, которые могут помочь солдату, потому что мы все понимаем, что люди находятся в боевых условиях, выполняют боевую задачу. И это не какие-то там учения, что бывает, что идет колонна и везет там груз гуманитарный или любой другой. И случаются разные вещи. Бывают и подрывы, и поджоги, и так далее. То есть все молниеносно меняется, ситуация. Поэтому вещи нужны всегда. Самые простые, самые элементарные, которыми мы можем, ну, помочь, просто ребятам помочь. Чтобы не тратить там время на постирку и так далее, есть всегда новые вещи под рукой. Ну, мы так считаем, хотя на самом деле, конечно же, точно не знаем, но просто так думаем. Конечно, не нужно приносить скоропортящиеся вещи, продукты, которые вы говорите, о которых вы говорите. Все должно иметь маркировку соответствующую, что тогда будет годно, но с расчетом на там, месяц хотя бы, чтобы это было, срок годности таков был. Что касается, куда приносить, ну, мы базируемся на Ленина 148, но, к сожалению, тоже не можем, ввиду того, что мы все тоже работаем, мы не можем постоянно находиться там, и мы поэтому объявляем свои акции. Но мы широко об этом говорим, выставляем посты в соцсетях и привлекаем в том числе и СМИ города, и всегда говорим о том, что начало акции такого-то числа, окончание акции такого-то числа. В том числе привлекаем и родительские чаты, а родители – это жители города, это большая масса жителей города Барнаула. Поэтому доводим информацию всеми удобными способами. Таким образом, люди узнают и включаются в то, что называется сбор гуманитарной помощи. Время нашей программы подходит к концу. И мне кажется, что Татьяна Викторовна, Наталья Геннадьевна, вы прям яркий пример того, насколько у нас хороший алтайский тыл, как я уже говорила, насколько вот вы на себя, на свои хрупкие женские плечи все взвалили. И спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо всем участникам этой акции. Да. Мы только маленькие винтики в этой системе. На самом деле основная цель достигается руками вот простых ребят, их мам, бабушек, отцов, родственников. Да, мы тоже от совета хотим сказать огромное спасибо жителям, потому что такой мощной поддержки, наверное, трудно было бы найти, если бы мы были одни. А это общее дело, их кажется, что это нескончаемо, действительно.
потому что поток вот всего того, что люди хотят приносить, уже заканчивается акция, а люди все равно несут, люди все равно приходят, люди звонят, узнают, как это можно сделать. И ты поражаешься иногда, как они находят на это все силы и время. И это такое общее дело, и хочется сказать каждому спасибо. Спасибо, дорогие жители города Барнаула, что вы есть, будете, всегда будете рядом, что бы ни случилось, и мы будем реально хорошим тылом всегда. Победа будет за нами. И спасибо. Пока мы едины, мы непобедимы. Спасибо большое. Спасибо.